Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Лола ТВ опять с вами. Дорогие мои подписчики, сегодня у нас обзор будет про детские вещи. Я вам сейчас покажу летние коллекции, еще покажу осенние коллекции с длинными рукавами. Сейчас я вам все покажу, про все расскажу, про цены, про ростовки. Цены очень доступные, качество очень хорошее. Сейчас осенние коллекции, потому что уже они начали привезти осенние коллекции, и будет они закупать осенную коллекцию. Мы уже тоже постепенно начали. Вот такая тройка, идет такая курточка на синсифоне, внутри еще такой на флисе подкладка, внутри водолазка с длинными рукавами, еще такая штанишка, штанишка тоже внутри вот таком флисе. Так, сейчас я вам еще скажу состав. Состав 95 хлопок, 5% лайкра. Так, теперь вас интересует цена и ростовка, да? Так, ростовка 6,24. Ростовка от 6 до 24 месяцев. И этот троечка у нас стоит $4.48. Немножко старая коллекция. Смотрите, вот такая троечка. Серии 3 штучки. Ростовка 2, 3, 4. Этот троечка стоит $2.55. Это старая цена. Кому... Я вам сейчас покажу другие расцветки. Смотрите, здесь штанина идет такая малиновая, а здесь желтая. Так, есть еще в других расцветках. Так, вот эта вот модель тоже цена такая же. Ростовка тоже такая. 2, 3, 4. Стоит $2.55. Так, показываю, смотрите, другие ростовки, троечки. Эти коллекции уже не новые, они повторяются, и цена доступная. Так, показываю для мальчиков троечку, смотрите. Так, здесь у нас такой милый Микки Маус. Здесь идет штанина, внутри такая с длинным рукавом футболочка. И сверху жилетка на тоненьком синтифоне. Так, есть разные расцветки. Вот у меня сейчас на руках красный. Есть хаки, синий, черный, серый. Сейчас показываю просто несколько расцветок. Так, ростовка 2, 3, 4. Стоит $5.78. Показываю еще вот такую модель. Здесь идет уже не жилетка, а курточка. Внутри милая такая мишка. Так, еще трикотажные штанишки. Ростовка 2, 3, 4. Стоит $5.30. Есть расцветки, есть такой светоэлектрик, есть черный. Так, у нас еще там есть
красный и серый цвет. Дорогие мои подписчики, как вы видите, выбор, ассортимент очень огромный. Я буду рассказывать на несколько моделей цены, потому что не успею. Смотрите, вот такая вот маленькая ростовка месячная. В серии получается 3 штучки, такой очень приятный цвет, очень мягкий такой качественный трикотаж. И сверху такая тоненькая ветровочка на капюшончике. Сделана очень качественно, и стоит эта троечка $3.46. Так, смотрите, здесь у нас идет такие Микки Маусики. На некоторых сделаны просто звездочки. Вот смотрите, узоры разные, плинты тоже разные. Так, сейчас давайте еще на какую-то двоечку я вам скажу расценку. Вот такая двойка. Вот такая двоечка стоит $2.68. Тоже тоненький флис внутри. Вот такая вот симпатичная ростовка, маленькая. От 6 месяцев до 24, по-моему. Вот так. Есть расцветки разные. Так, сейчас еще кое-что мы вам покажем. Дорогие мои подписчики, смотрите, вот такая двоечка. Стоит $3.64. Как вы видите, такая прям интересная модель. Штанишка выглядит вот так. Ростовка тоже маленькая. В серии 4 штучки. Так, есть разные цвета, плинцы. Так, еще есть, оказывается, красный. Сейчас хочу красный тоже достать. Смотрите, тоже очень красивый цвет. Красный с голубым сделали. Так, показываю еще несколько вариантов двойки. Цена такая же. Смотрите, 3.30, 3.50. Центов только есть разница, но до 4 долларов не дойдет. Так, здесь у нас идет такая маленькая мишка. Такая игрушка, чтобы более было интересно. Модель, здесь такая штанина, есть разные расцветки. Так, смотрите, вот эта модель тоже очень хорошая, очень хорошо продается. Тоже есть разные расцветки. Расцветки есть желтый, голубенький, бирюзовый. Так, что еще вам показать? Смотрите, тоже здесь такой тигр. Штанишки такие простенькие, цвет хаки. Так, покажу еще вот эту вот модель. У меня сегодня такой необычная съемка. Я очень устала и жарко, если что, я извиняюсь. Так, тоже ростовки маленькие, от 6 месяцев до 2 годика. 4 штучки в серии. Цена примерно 3, 3.30, 3.50, потому что мы на один модель цену сказали, на остальные не будем говорить. Потому что через систему надо это смотреть, чуть-чуть неудобно. Так, тоже маленькая ростовка, 4 штучки. Цена примерно 3-3,5. Самый потолок $4. Так, вот такая еще мишка такая милая тоже, смотрите. Есть тоже разные ростовки, расцветки. Есть тоже разные расцветки. Такой Микки Маус тоже милый. Так. Подойди, пожалуйста, сюда. Так, покажу еще вот эти тоже модели. Покажу еще вот такую модель. Смотрите, как 3D сделано. Очень хороший трикотаж. Маленькая ростовка от 6 месяцев до 18. Так, стоит $3.48. Есть разные расцветки. Так, все расцветки очень такие милые, красивые. Вот смотрите, даже синим очень красиво смотрится, красный, кирпичный, расцветок очень много. Показываю еще вот такую коллекцию, тоже сделана как 3D. Так, как видите, здесь такая милая собачка, пуговицы, тоже маленькая ростовка, от 6 месяцев до 18, стоит тоже $3.48. Есть разные расцветки, я сейчас просто достала 2 расцветки. А так, есть у нас бежевый, так, бирюза, зеленый, красный. Есть все расцветки, девчонки мои. Показываю еще вот эту модель. Тоже сделана как 3D. Здесь у нас такая акулка прям куда-то прыгает. Штанишка вот в таком виде. Ростовка тоже от 6 до 18.
Так, стоит $3.48. Серии 4 штучки. Есть тоже разные расцветки. Так, для девочек покажу вот эту вот модель. Такой очень милый модель. Смотрите, здесь идет цветочек, и на цветочке сделаны бубончики. На штанине тоже идет цветочек, и на цветочке тоже эти бубончики. Есть разные расцветки. Есть желтый, береза, пудра. Тоже маленькая ростовка от 6 до 18 месяцев, стоит $3.50. Так, вот эти тройки тоже очень такие приятные. Здесь идет плашовка, здесь трикотаж такой очень мягкий. Есть разные расцветки. Как вы видите, есть с длинными рукавами, сделано как жилетки. Так, есть вот такие двойки. Примерно цены я вам говорила. Если у нас что-то будет подороже, тоже скажу. Так, эти модели тоже я только что я вам показала. И про цены тоже все рассказала. Так, еще надо было хотя бы платьюшки сказать. Скажи, пожалуйста, вот это платьюшко сколько у вас стоит? На зиму как раз, на детский сад. Сейчас еще скажем платьюшки. Малюсенькие. Такие сладенькие, вот это побольше уже идет ростовка. $2. Так, вот это платье у нас стоит $2. Ну, такой хороший трикотаж. Так, кисочка такая. Так, вот новые коллекции осенние. Сейчас будем говорить про цены. Так, $8.78. Смотрите. Потому что новые коллекции уже цена меняется. Тоже есть ростовки. Так, вот эта модель сколько стоит? Тоже скажи, пожалуйста. Сейчас скажем, сколько стоит. Эти все новые коллекции. До этого я вам показала старые коллекции по старым ценам. Кому надо? $7.90. Так, $7.90. Так, сейчас. Ну, две модели хватит. Почти такие же. Там в центах только меняется. Ростовка идет уже побольше. Скажи, пожалуйста, сколько стоит? Так, ростовка 2,5. Есть расцветки. Вот сзади разные расцветки. Я вижу. 2,5 ростовка. Так, $7.07. Так, еще хоть какую-то модель. Давай скажем, пожалуйста. Давай вот эту Микки Маус. Тоже большая ростовка, 2,5. Двухниточный. Тоже стоит $7.07. Значит, вот эта красота тоже так же, да? Мне самой нравится вот эта вот модель. Вот так. Снимаем осенние коллекции. Ничего особого такого нету, но смотрится очень красиво. Тоже вот есть расцветки разные. Так, $10.12. Смотрите, тройка. Видите? Так, вот эта модель тоже очень интересная. Скажи, пожалуйста. Тоже приятная такая троечка. Сколько стоит? Сейчас поближе покажу. Внутри тоже цветочек. $6.22. Скажи про эту киску тоже. Она тоже такая милая, чтобы она не обиделась на нас. Тоже очень красивая расцветка, нежно-розовая. Так, внутри у нас киска спит. Для девочек такая прям. $10.12. $10.12. Так, сейчас. Ну, это получится только толстовка. Скажи, Лана, сколько стоит эта толстовка? 6,9 ростовка. Пока есть вот эти только цвета. $4.64. Так, $3.64. 6,9 ростовка. Только толстовка. Кому надо осенний товар, давайте успевать. Потому что цена поднимается на новую коллекцию, вы сами видите, там цены какие.
Сейчас скажем. $5.80. Так вот эта коллекция. Двойка. Как вы видите. 3D сделана. Вот это тоже такая же цена. Сейчас мы скажем на тройку. На тройку скажи, пожалуйста. Так вот у нас здесь получается тройка. Сейчас скажем, сколько стоит. Здесь идет такая мягкая с длинными рукавами футболочка, штанина. Так, вот это все убирается. Можно его убрать, можно прилепить. $6.03. Тройка. Вот такой здесь ассортимент. Смотрите, это все старая коллекция. Ну, почти заканчивается. Кому надо, давайте успевать. Они с склада вытащили старую коллекцию. Так, дорогие сейчас мои подписчики, показываем вот такую двойку. $8.85. Так, идет здесь штанишка. Ну, такие брючки. И сверху идет такая милая блузка. Ростовка 6-9. Есть пудра, белый, бежевый. Вот такие вот три расцветки у нас есть. Так, есть еще вот такие хабышные тоже. Здесь идет джинсовые вот такие штанишки. Цена тоже почти такая. Сейчас узнает наша помощница точно. Тоже расцветки есть. Пудра, белый, желтый. Вот сзади вижу. Так, $9.35. Ростовка 6,9. Дорогие мои подписчики, есть еще вот такие двойки. Так, стоят эти двойки $4.35. Ростовка от 2 до 5. Здесь идет такой хороший качественный трикотаж и такие шорточки. Шортики тоже хэбэшные. Так, есть разные расцветки. Так, еще мы цены будем говорить на платьюшки. Смотрите, тоже такая платьюшка. Очень хороший мягкий трикотаж. Есть тоже расцветки. Есть разные расцветки. Желтый, хаки, красный, лимоновый. Так. $3.54. $3.54. Ростовка от 2 до 5. Да. Так. А Мишка тоже такая же, да? Мишка, да. Тоже скажи, пожалуйста. Сейчас несколько вариантов только узнаем. $3.98. Ростовка тоже от 2 до 5. На детский сад как раз. Есть вот разные платьюшки. Есть двойки. Двойки есть с юбками, с лосинами, с шортиками. Такие, да, более интересные модели. Так, еще вот здесь у нас есть для мальчиков, для девочек. На несколько моделей я вам сказала цену. Сейчас еще вот эта модель меня заинтриговала. Так, скажи тоже, сколько стоит. Так, такая еще здесь сумочка. Еще другие расцветки есть. Такая милая, да. $4.20. Ростовка тоже от 2 до 5. Сейчас будем показывать для мальчиков двойки. Мягкий трикотаж. Шортики тоже трикотажные. Так, ростовка от 2 до 5. $3.25. Так, есть побольше ростовки тоже. Здесь уже цена другая. Тоже сейчас скажет наша помощница белым. Это белый цвет. Белым она смотрится более интересной. Здесь такой оранжевый цвет и серый цвет. Так, $3.60. Так. Такие вот коллекции, как вы видите. Всякие мордочки красивые. Это вообще маленькая ростовка, но она такая очень яркая, очень интересная. Эти тоже. Не знаю, из какого мультика, я уже забыла про эти мультики, если честно. Для девочек тоже очень классные костюмы. Сейчас узнаем вот эту модель. Тоже скажи, пожалуйста, ростовку скажи. И год 4, от годика до 4. Так, есть красный, синий, розовый, летний вариант. Так, здесь у нас идет $4.37. Здесь у нас идет лосина. Вот, так, здесь есть такие более нарядные на выход платьюшки разные, костюмчики тоже. Как вы видите, тоже очень красивая расцветка здесь. Это
двойка. Здесь идет шортики и такая блузка очень приятная. Так. Давай хотя бы один модель скажем. Давай вот эту Мишку скажем. Я понимаю, ты тоже устала. Сейчас скажем, вот эта Мишечка у нас сколько стоит платье такая. Так, вот еще другие расцветки. Так, кроссовка 2, 3, 4, 5. 4 штучки. $5.76. Вот это вот платьишко. Она и не дешевая, и не дорогая, но качество очень хорошее. Так, все, здесь у нас всякие джинсовые комбинзоны, курточки, шортики, брючки. Кому интересно, тоже имейте в виду. Некоторые уже спрашивают про джинсовые вещи. Так, скажи на эту коллекцию, здесь, видимо, ростовка большая. Здесь идет джинсы внутри с длинным рукавом. Футболочка и сверху курточка. Ростовка приличная. 5,8 ростовка. Чего нету, да? Так система не показывает. Мы можем что-то другое, может быть. Он ЕТ Сайсамбиш. $17.85. Вот это вот тройка. Но маленькие ростовки, они чуть дешевле. Так, здесь у них музыка звучит, а YouTube не примет у меня с музыкой. Так вот эта двойка вообще хорошенькая такая. Сверху жилетка идет. Видите, какая симпатичная. На камеру не видно, очень красивенькая такая. Сейчас еще мы вам покажем немножко формы. Потому что многие уже начинают спрашивать формы, формы, формы мы уже отправляем. Но сейчас тоже покажу, кто желает. Так, что? $4.70. Я не слышу тебя, Ирун. 4,74 цента. Примерно, чтобы знали. 7,06. Так, $7.06. Здесь идет такой креп. Ну, ткань здесь хорошая, заморочка есть. Так, есть более простенькие. Так, вот это вот, например, тоже красивое. Скажи, пожалуйста. Мне вот это тоже нравится. 6,96. Это значит 7. Так, вот так. Здесь есть для девочек, есть... Двойки, тройки. Есть две ростовки. Есть маленькие и есть большие, да? Так, $3.12, если я правильно звучаю. Так, а состав какой? Открытом виде нету. Давай хотя бы одну я посмотрю. Подержи телефон, пожалуйста. Я полностью не буду открывать. Так, хлопок. Ну, есть чуть-чуть здесь синтетики. По-моему, 5% есть. Немножко есть, да. Так, вот такие вот рубашки для мальчиков. Кому надо, давайте заказывать. Джумпер. Джумпер, как это? Вязанное. Сейчас тоже скажем, сколько стоит. Сколько стоит? 5,80 центов, да? Ростовка тоже большая, да? Да. Скажем, сколько стоит? 5,8. Угу. 5,8 ростовка, 6,08 центов цена. Так, это все полу. Есть и длинные, и короткие. Здесь у нас классические костюмы, тройки. Некоторые с галстуком есть, есть в клеточку. Давай на один модель скажем. На вот этот бордовый, что ли, на любой. Чтобы примерно знали, а то скажут мои подписчики, показала, про цены ничего не рассказала. Хотя бы один модель. Так, $13.80.
если у меня очки нету, да, я правильно звучаю, значит. Какие интересные, смотрите. Здесь музыка звучит. Дорогие мои подписчики, с этим мой обзор заканчивается. Спасибо всем за лайки, за просмотры, за комментарии. Дорогие мои подписчики, если хотите закупиться через нас, пишите мне через WhatsApp, будем делать закупку. С этим пока, дорогие мои подписчики, берегите себя. Я вас всех люблю. Пока!